Здравствуйте. Это суть дела. На днях стало известно, что компания ПСО «Казань» Равиля Зиганшина все же будет строить вторую очередь космодрома «Восточный». Хотя в начале года казанскую компанию, казалось бы, окончательно отстранили от этого стратегического проекта из-за самых различных проблем. Известно, что строительная компания, принадлежащая Зиганшину, уже начала переброску техники в дальневосточный регион. Причем некоторые работы на месте уже даже начались. Получается, что компания, которая еще недавно не вызывала доверия Роскосмоса из-за многих проблем, в том числе связанных с финансовыми спорами в судах, вдруг была признана благонадежной. В чем причина? А дело в том, что проект космодрома «Восточный», который задумывался как способ вернуть России лидерство в космосе, обернулся воровством на сумму 8 миллиардов и снова повис в воздухе. Все потенциальные подрядчики, которых называл в числе претендентов на вторую очередь глава Роскосмоса Рогозин, один за другим отказались от проекта. В конце прошлого года стройку за бюджетные деньги предложили королям госзаказа Геннадию Тимченко, «Стройгазмонтаж», и Аркадию Ротенбергу, «Стройтрансгаз», а также «Крокус Групп» Араза Агаларова. Но договориться не удалось ни с кем. Выделенных на постройку космодрома средств для успешного завершения работ недостаточно, рассказал Агаларов в интервью изданию «The Bell». Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая, что вторую очередь космодрома за два года построить можно. И вторая, что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет, извините, заявил Агаларов. Тимченко и Ротенберг также отказались от стройки, рассказал он. Планов по участию в строительстве космодрома «Восточный» у Ротенберга нет и не было, подтвердил его представитель. По словам Агаларова, проблемы с «Восточным» аналогичны тем, которые возникают и на других масштабных объектах, финансируемых из бюджета. Это происходит потому, что сметы рассчитаны, исходя из реалий 2014 года, то есть курса 30 рублей за доллар. С тех пор все цены изменились. Допустим, вам предлагают построить мост, космодром, длинную трассу, но когда вы начинаете считать, понимаете, что вся работа будет убыточной, говорит Агаларов. На вопрос, смог бы он достроить «Восточный» за выделенные деньги, если бы его об этом попросил лично президент России Путин, бизнесмен ответил, построил бы, но предупредил, что это приведет к банкротству «Крокуса». Но он бы такого не предложил, заявил дипломатичный Агаларов. Почти одновременно с известием о возвращении ПСО «Казань» на стройплощадку космодрома прозвучала новость о том, что Роскосмос предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный» в Амурской области, которая будет единственным исполнителем работ. Согласно тексту разработанного законопроекта, под объектами космодрома понимаются объекты космической инфраструктуры, расположенные или планируемые к размещению на космодроме, а также объекты железнодорожного транспорта, автодороги, объекты энергетики, водоснабжения и связи. Документ предусматривает особое правовое регулирование ряда процедур в сфере предоставления земельных участков. Роскосмос будет вправе устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов с целью обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика объектов космодрома. Как это согласуется с возвращением ПСО «Казань» на строительство космодрома, пока непонятно. Ну, если господин Зиганшин возглавит подрядную организацию, это одно. А вот если эта новая организация в соответствии с проектом объявит мораторий на удовлетворение требований ПСО «Казань», это совсем другое. Дмитрий Медведев на днях напомнил, что в текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. Посмотрим, как и за чей счет будет выполнено указание премьер-министра. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.